І зараз до нашого ефіру долучається Роман Гольдман, керівник медичної українсько-ізраїльської місії «Фріда», яка зараз працює на Херсонщині. Медико-волонтери допомагають евакуювати із затоплених районів місцевих жителів. Вітаю вас, пане Романе, і передусім дякуємо вам за вашу роботу. Добрий день вам і вашим телезрителям. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, як організована робота медичної місії після підриву ГЕС? Як ви взагалі співпрацюєте з місцевими медичними закладами та службами екстреної допомоги? Ну, на самом деле, ми видим наші колеги, і, в принципі, вся система працює достатньо ефективно. Всі нуждаючі пацієнти і пострадавші отримали всю необхідну допомогу медикаментами, питанням, одеялом, навіть речами. Наверное, сегодня то, что мы видим, мы волонтеры с Израиля, наверное, такого сплоченного коллектива мы не видели ни в Израиле, ни даже в других местах. А какие вот основные медичные потребы херсонцев вы выявили під час своей работы? Основная группа пострадавших, это, конечно, были пациенты возрастной категории, пенсионеры, которые до последнего отказывались эвакуироваться со своих домов. Конечно, это кардиологическая группа пациентов, которые даже забыли свои медикаменты или затопили. Они, когда их эвакуировали, они были без медикаментов. А пациенты с метаболическим синдромом, гипертоники. Ну, в принципе, достаточно разная группа. Ну, все заболевания, которые связаны с возрастной группой. А основная, конечно, масса, 90%, было замечено с такими уже начинающими паническими атаками. А наскільки от вдало вдається допомагати людям, давати от цю допомогу, враховуючи те, що дуже багато інфраструктури зруйновано? Ну, на самом деле, інфраструктури, которая сейчас есть в городе, и мы работаем с департаментом здравоохранения, та инфраструктура, которая есть, она достаточно полноценно дает возможность и госпитализировать, и оказать emergency, экстренную медицину, помощь. Наши команды волонтеров, которые приехали с Израиля, с Германии, с Америки, мы открыли маленький такой полевой госпиталь, такой как emergency пункт, такая мобильная поликлиника. И в принципе 70% всех пациентов, которые мы приняли, не понадобилась им госпитализация, эвакуация в больницы. А які от на зараз головні виклики, наскільки оперативно вдається адаптуватися під зміни і під потреби? Ну, по крайней мере, все потребности, которые были пациентов, мы смогли их решить, и задачи, которые были, как бы, те потребности, например, мы привезли большую группу медикаментов, из-за этого мы смогли их раздать, из-за этого, в принципе, те потребности, которые были, мы считаем, что мы смогли с нашей медицинской миссией волонтеры помочь пациентам. А які ресурси використовуєте для підтримки роботи в Херсоні? Яка ще от потрібна вам допомога на сьогодні? Мені кажется, на даний момент нуждаються пацієнти, мабуть, люди просто в якомусь доброму вниманні, общення. Нехватка, мені кажется, достатньо психологів, яких сьогодні не вистачає, соціальних працівників, яких ми, в принципі, не бачимо. Вот просто наши врачи, которые здесь, это урологи, педиатры, гинекологи, мы привезли многопрофильную такую команду мультидисциплинарную. Наша миссия приехала с 60 врачей, это украинские, израильские врачи. Но основная масса, которую мы видим, потребности, которые сегодня нету, и мы о них часто говорим, это психологи и социальные сотрудники, которые катастрофически нехватка. А чи є взагалі потреба в розширенні вашої присутності, або от ви кажете, немає психологів, можливо, треба ще додати якийсь перелік фахівців для того, щоб допомагати ефективніше? Мені кажеться, що на даний момент, мабуть, кілька десяток або навіть сотні тисяч врачів готові прилетіти в Україну і оказувати допомогу, поддержать наших друзей, коллег, пациентов в Украине. Мне кажется, что на данный момент не хватает некой такой единой системы, которая сможет принимать волонтеров со всего мира. Из-за этого, если вы
спрашиваете мой совет или какие потребности, необходимо создать какую-то, может быть, или единую систему. Да, потому что мы видели волонтеров, которые приехали из Германии, например, спасатели, водолазы, которые не было применено возможности эксплуатировать или активно применять этих специалистов, они просто стояли рядом. Поэтому мне кажется, что необходимо создать какую-то единую систему, где со всего мира смогут прилетать волонтеры, и уже та или иная организация или власть может их направлять в города или в области, где есть потребности. Дякую вам дуже, пане Романе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Слава Україні! Героям слава! Нагадаю, в нашому ефірі був Роман Гольдман, керівник медичної місії «Фріда».